пошел ты нахуй, да заяву накатаю в ментуру, понял? Да ты че? Вот 102 нахуй. Кость. Ментуру звоню. Алло, отдел полиции Ленинского района. Алло, а у меня дом ограбили. Где вы находитесь? Назовите ваш адрес. Квартал Седжукрафт, улица Пушкина, дом 24, подъезд 12, квартира 532. В базе нет такого квартала, это шутка. Ну что вы доебались со своим кварталом? Мальчик, где твои родители? Мы по телефону отследили ваш фактический адрес, наряд уже выехал. Дандун, ебанулись что ли? Я вас что, просил что ли адрес? Я просто... Повторяю, не матерись. Просто уебки, смотрите, идите нахуй, короче. Огромный газ на спах, суровые воины, строители, кузнецы, даже безумный злой зомби, который бегает на спах. Ну и конечно же небезызвестных игр Бэдварса, Скайварс. Но про донат я вообще молчу, куча привилегий, куча возможностей. И все это на сервере Highlight, ссылка в описании ролика. Дорогие друзья, я обычный игрок, типа опять типа живу в обычном доме, меня просто обьет владелец сервера Builder Peter. Вот, у меня свой дом, ну типа мой дом, но я его строил как бы в креативе, да, прикинулся обычным игроком, а вот он все, он начинает меня бить, Skype Go, Skype Go. Зачем Skype? Что тебе надо? Что тебе надо, блин? Skype Go, зачем Skype? Отстань от меня. Что ему надо от меня? Видите? Владелец сервера опять начинает беспределить. Бьет, я сразу это засек. Их таких много. Они начинают что угодно делать. Фу, какой скайп-то? Идиот. Что-то ему от меня надо. Какой скайп? Мой скайп Shadow Vasya 2007. Shadow Vasya 2007. Что тебе от меня надо? Он не отстанет, короче, я понимаю. Вот, он так и будет меня бить. Он будет ломать мой дом. Все, надо его добавлять. Shadow Vasya 2007. Сейчас попробуем добавить этого чуваша. Меня бьет. Мы звоним, он меня постоянно бьет. Меня сейчас просто убьет. Я сейчас яблочко уже буду есть. Я ему звоню. Я его добавил. Ну, я звоню. Ну, я звоню тебе уже. Ты нахрена меня бьет? Эй, алло, алло. Ты что делаешь, слышь? Ты это? Алло. Смотри. Быстро, блин. Перечисляю мне 1000 рублей на киви. Нахрена мне ты, надо... слышишь, ты больной? Отстань от меня. Чё ты пристал? Мне в самп... 1000 рублей на киви перечисляю, мне в самп задонатить надо. В самп? Какой самп? В Сан-Андрес, что ли? Да, Сан-Андрес мультиплеер, давай быстрее. А я здесь при чём? Отстань от меня. Это мой дом. Я не буду тебе ничего отчислять, отвали от меня. Вот мой киви. Бля, не могу написать. Я тебе в скайп, короче, киви мой написал. Быстрее перечисляй. Да нахрен мне твой киви? Ты чё, дебил, какие 1000 рублей? Ты чё выманиваешь деньги, баран? Уйди с моего дома вообще. Ты не должен здесь быть. Уйди из дома, я тебе говорю. Смотри, чё я делаю. Ты чё творишь? Болван, это мой дом. Ты, господи, это же мои ресурсы. Я их всю жизнь добывал. Я не могу, подожди. Ты что ж ты делаешь? Я тебе не отдам никакие 1000 рублей. Подожди, я сейчас всё верну. Отстань от меня. Не, не вернешь, чувак. Все, пока. Ты чё, да чё ты творишь? Это мой дом. Да хватит, чё ты делаешь? Слушай, да нет у меня 1000 рублей. Чё мне сделать теперь? Ну, давай, сколько есть у тебя. Зачем ты так делаешь, владелец сервера? Нет у меня нисколько, я не буду ничего давать. Я честный, обычный игрок. А я нечестный владелец. Ты дурак, у меня мама на 3 работах работает. Папа там весь зашивается уже, у нас денег нет, кушать нечего. Ты с меня 1000 рублей требуешь? С какой стати? С такой бомжара ебан. Что ты делаешь? Ты все, я на тебя мне подожду. Мне на донат, понимаешь, не хватает, я должен задонатить. А да мне плевать, да не ломай ты дом, я его строил всю жизнь свою. Я здесь выбирал место, хватит, это мой любимый домик. Пожалуйста. Короче, смотри, что я тебе делаю. Админ, убери фериат. Ой. Нет, ты не сможешь написать. Ты что творишь? Может, я тебя кикнул, чувак. Kicked from server. Ты что делаешь, идиот? Опа, зашел, да? А теперь фиг зайдешь. Подожди. Я не знаю, как зайти. У меня сейчас должен... Подожди, у меня теперь не ищет из-за тебя. Мой сервер не ищет. Я на нем играл всю жизнь. Я тебя забанил, придурок. Ты не понял. Если 1000 рублей, давай за разбан. В смысле забанил? Вот я сервер свой нашел, я сейчас зайду. Вот я захожу, идиот.
Где ты меня забыл? Сейчас, подожди, я почти зашел вроде как. Да не зайдешь, ты успокойся, блин, придурок. Сейчас я почти зашел. Ты не зайдешь, придурок, я тебя забанил. Я зашел, идиот. И где ты? Вот я здесь, придурок, я зашел обратно. И как? Жопой об косяк. Ты что ты с моим домом сделал? Ты даже меня за... Ты зачем? Ты что со мной сделал? Вай, блин, как ты зашел? Тебя сейчас опять забанят. Что ты творишь? Отстань от меня. Отстань от меня, что ты делаешь? Не-не-не, чувак, все. Не ломай мой дом. Все, я пишу админам, тебя лишают привилегии, все. Стой, смотри, видишь топорик? Топорик, да, видишь? Знаешь, что топорик делает? Не, слышь, не ломай дом. Все, слушай, что? Ты, все, тебя быстрее надо лишать привилегии. Я пишу админам. Все, я пишу админам. Да мне пофиг, чувак, ты не понимаешь, да? Дурачок, не понимаешь. Все, мне сказали, тебя лишили привилегии. Все, ты ничего не можешь сделать, слышишь ты? Все, тебя лишили привилегий. Я написал, они мне сразу ответили. А я в креативе, лох, меня не лишили нифига. А ты в чат-то напиши. Ой. И где твой префикс? Нету, я его убрал сам. Ты не убрал его, короче, сам. Короче. Блин, я не могу твой дом ломать. Что, уже не можешь дом ломать, да? Все, привилегия пропала. А ты на сервер-то попробуй перезайди. Может, и префикс пропадет? Не-не-не, не пропадет ничего, Че? Блядь, сука, ебаная, как так, поджара, блядь. Ебаная. Админы сразу работают в темпе, понимаешь? Мой дом ломали, я им отправил скрины, как ты типа, ломаешь мой дом. И тебя лишили привилегии. Сервер крутой, все сразу работает, понимаешь? Ты блатной, блядь, у тебя блат есть, понимаешь? Вот я сейчас скажу, что ты грифер, тебя забанят, блядь. Ты где? Давай, показывай мне этого админа тупого, по IP вычислю. Подожди, я им написал, они тебя сейчас вообще кикнут. Не кикнут меня никто. О! Успокойся. Тебя кикнут. Вылетело. Куда у тебя вылетело? Тебя кикнул сейчас я. Админы тебя кикнули сейчас. Дебил, у меня вылетело. Да? Давай, заходи. Давай, зайди. Зашел? Ну, за. Ой, да. Префикс пропал. Прикинь, у тебя префикс пропал. И что? И то. Все, ты ничего не можешь А я его сам вы. Пока. Оп. Ты охренел, блядь? Дур, бляха, ры меня кикать. Да вот. Че, кикаешь? Передай своим админам, что я их мам в пизду ебал, блядь. Да, да, все. Тупый. Все, ты теперь забанен, слышь? Куда ты слился? Слился? Школьник? О, школьник слился куда-то. Ой, он пропал даже у нас. Ребят, смотрите, он у нас вылетел. Через консольку мы у него все убираем, конечно же. Естественно, не какие-то не админы, как вы понимаете. Но сейчас будем ему опять звонить. Куда-то пропал наш друг. Надо его догонять. Не прошло и года на самом деле. Я уже здесь летаю, уже владельцы прилетели, и он звонит. Очень много времени прошло на самом деле. Ты куда пропадал? Ты дебил, блядь. Ты меня забанил, я да? Я тебя забанил, ты куда пропал? Ну как я тебя... Блядь. Ой, тебя админы, тебя забанили. Я уже забыл, тебя админы забанили, понимаешь? Ну пиздец, сука. Все, у тебя нет привилегий, ты не владелец, все. Тут уже какой-то другой владелец летает, ломает, короче, что-то. Ты куда делся, алло? Куда ты делся? Ты что, охренел? Сейчас, погодите. Что ты сбрасываешь-то? Ты что, офигел, что ли? Шел нахуй, блядь. Сука, скажи своим админам, сука, что я их мамаш в пизду ебал. Да все. И нахуй это. Да все, у тебя уже нет привилегий, ты все, просто тебя наказали админ за то, что ты мой дом ломал, я же тебе говорил. Все, подавай. Я же говорил, я тебе тоже говорил, ты мне тысячу должен. Я скажу админам этим тупым, блядь, тупым придуркам, дауном, блядь, я высший админ, понял, блядь, я бог на сервере, я понял, царь и бог, не ты,
Нигде там твои душки, петушки, админы, ко-ко-ко. Да, 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 мне админ уже креативку дали, креативку. Я в чате пишу, я креатив теперь сейчас. Да пошел ты нахуй. Да все, я тебя со скайпа сбрасываю тогда. Вообще, я просто хотел, чтобы ты убедился, что отгриферить нельзя. Все, пока, наверное. Попрощайся с своим... Пошел нахуй, я на тебя сейчас понял. Заяву накатаю в ментуру, понял? Да ты че, да? Каким образом? Вот таким, блядь. 102 нахуй. Все, звоню, блядь, пидор. Кость. Болван, ты что делаешь? Ментуру звоню. Кому ты звонишь, идиот? Ментам! Угу. Чё-то не берет никто. Вот, взяли. Ну. Алло? Никто трубку тебя не берет. Неудачник. Сейчас еще раз позвоню. Сейчас звоню, вот смотри. Да, да, я прям слышу, как ты звонишь, да. Вот, звоню. Алло, отдел полиции Ленинского района. Алло, здравствуйте, это полиция? Здравствуйте, да. Что у вас происходит? А у меня дом ограбили. Ограбление, где вы находитесь? Назовите ваш адрес. А, мой адрес — квартал Седжукрафт, улица Пушкина, дом 24, подъезд 12, квартира 532. Секундочку, квартал можете повторить? Квартал Седжукрафт. Простите, в базе нет такого квартала, это шутка? Нет, я вам честно говорю, квартал Седжукрафт. Ну что вы заебались со своим кварталом, вы не можете просто... Наказать тех, кто у меня дом ограбил. Под стопориком ходит, блин, деревянным. Угрожаю. Мальчик, где твои родители? Да чё вы доебались? На работе мои родители. Мы по телефону отследили ваш фактический адрес. Наряд уже выехал. Вы чё, гандоны, ебанулись, что ли? Я вас чё, просил, что ли, адрес? Я просто... Повторяю, не материться. Просто уёбков этих... Блядь, я просил просто уёбков этих наказать. Тупые, блядь. Идите нахуй, короче, тауны тупые, обоссанные, чтоб вы сдохли от кончи, блядь, моей. Ты чё? Ты чё надел, идиот? Придурок! Алле! А... Куда-то делся школьник. Алле! Всё, у нас школьник куда-то делся. Так, я не пойму, он... Чё... Вообще что-то... Скайп вообще он сбросил. Все, нету школьника. Нету у нас школьника. Куда-то пропал. По нему... По этому адресу его вычислили. К нему наряд выехал. Подумал, что его реально грабят. Он не ожидал этого. Идиотина. Слушайте, ну это его проблемы. Не будет гриферить в следующий раз. Дурак. То есть полиция вычислила его фактически адрес. Полиция... Слушайте, заходите на сервер. Веселый был выпуск. Всех ждем. Домик хороший, ну домик не мой, забирайте его. Слушайте, нет, давайте так. Здесь будет стоять, я поставлю варп, приходите сюда, варп, грифер, вот так будет писаться, варп, грифер. Сюда приходите, и здесь все будут. Домик забирайте, я приват удалю, все. Всем пока, спасибо за выпуск.